Сегодня мы поговорим о хитром слове «си», у которого целых три значения. Первое значение, вы наверняка все его знаете, это «если». «Tu viens, je viens, si tu viens». «Я приду, если ты тоже придешь». Так, когда мы про вечеринку разговариваем, например. «Je viens, si tu viens». «Я приду, если ты придешь». Второе значение – это «такой», «такая», в значении именно «степени». Да? Например, «Tu es si belle aujourd'hui». «Ты такая красивая сегодня». Вот это вот «настолько», да, это «si». И третье значение, самое неочевидное, вызывающееся большое количество вопросов, это положительный ответ на отрицательный вопрос. То есть «Mais tu n'as pas d'enfant, toi?» «Si, si, j'ai deux enfants». «Но у тебя же нет детей». «Да-да, у меня есть дети». То есть, когда вам задают отрицательный вопрос, да, с отрицанием, вы не можете ответить «oui». Вы должны ответить «си». Si.